Эх, так бы покушать бы. Так себе жизнь бомжа. Я хочу кушать. Наконец-то я дожил до субботы. О, наконец-то. Такой дом. Так, ладно, пойду на заброшку полазить. Так, надо Лисе позвать. Лисе! Лисе, ты где? Я на заброшку иду. Выходи. Что? Где? Что? Я на заброшку пойду. Сейчас пойдешь со мной? Да. Пошли тогда. Я нашел заброшку там недалеко от школы. Ну, нормально, короче. Нам идти сейчас не очень далеко, но далеко, короче. Все, пошли туда. Ягода, наконец-то выходные наступили. Я знал, что наступит этот славный день, где не придется делать ничего, кроме домашки. Хотя я ее завтра сделаю в воскресенье. Так, ладно, все, давай, let's go, вперед. Куда дальше? Прямо идти, нам надо через мост сейчас пройти, и там как раз будет воздушный шар. Уже вижу, а это не воздушный шар, мне показалось. Ладно, пошли. Главное сейчас... А, вот, все, да. Вот воздушный шар, нам сейчас прямо идти, прямо через мост обойти. А потом мы найдем как раз заброшку. Ну, я помню, где она. Поэтому нормально все. Ой. А там кто-то будет? Я не знаю, если честно. Я увидел заброшку, мне охота там полазить. Так, сейчас направо. Так, я где-то... А, все, вижу заброшку, нам туда. Сейчас мы дойдем. Сейчас. Вот это как раз заброшка. Как раз прикольно. Здесь можно попрыгать, полазить. Ой, мистер, вы кто? Я бомж Василий. У вас есть деньги? Бомж Василий, извини, но нету. Нету, я сам бедный. Я вообще школьник. Блёте, как дышите, Вася? Вася? Какой еще Вася? Вы что, два Василия, что ли? Бомжа, что ли? Да, уйди от меня. Мне нужны изумруды или еда. Я могу поделиться едой, вам нужно? Ну давай, еду мне. Я хотя бы поем. Или не дашь мне? Ты что, дедушке хочешь сказать? Ну, я лично нет. Так, ну мы вообще здесь по заброшкам пришли полазить. А ну-ка, валите отсюда, это наша заброшка. Я понял, не надо трогать нас. Они психи. Так, они ушли. А, вон еще Вася какой-то бегает. Так, я вообще хочу попрыгать. Опа. Фу. Так, я пришел, чтобы полазить здесь по заброшкам. А ты что, не понял, что ли? Или как? Тебе что, объяснить по другому языку? Бежим, Лисе! Бежим, они злые, бомжи на нас нападают. Так, лучше убегать. Убегать лучше. Вон наш город. Обратно, так, да, все правильно, сейчас налево. О, не, я на заброшке что-то боюсь даже ходить теперь. Да. Все, пошли до дома. Угу. Надеюсь, эти бомжи к нам больше не... Дайте мне пожрать, хочу жрать, дайте еду. Беги, Лисе, бомжи нападают, бомжи. Они отстали, вон он тот бомж. Лисе, все хорошо, они отстали пока что. Но все равно надо до дома бежать. Фу, наконец-то мы ушли от них. Да. Так, ой, я уже устал здесь. Дайте нам еду. Они рядом, они нас догоняют. Бомжи нападают. Прячься, Лисе. Прячься, ведут. Черт. Я спрятался. Надеюсь, Лисе спряталась. Черт. Что происходит? Тем бомжи нападают. Они где-то здесь ходят сейчас. Бомж! Бомжи сбивают меня! Черт! Офигеть! Бомжи! Клиси! Клиси! Дверь закрой! Быстрее наверх! На чердак лезь! Что у тебя произошло? Ломай лестницу! Ломай лестницу! Ломай! Да ломай что, всю что лестницу! Произошло? Нету слов. Нет. Уа! Бомж зашел ко мне домой и начал меня фигачить. Я офигел от этого. Я чуть
Не откинул копыта-то, а меня бомж такой загнал в угол. На меня. Ой, я обосрался в тот момент. Ой, страшно. Хорошо, что у меня такой дом. Ой, кровать мягкая. Так, ну я видел, у тебя там дверь вообще настежь была открыта. Сейчас я тебе... Ты аккуратнее лестницу убрал же, говорю же. Так, сейчас лестницу обратно поставлю. Так, опа. Опа, все. Там они шастают. Что, где? А, я они не пойду. Они там, за дверью. Погоди, дай посмотрю. Так. Они там. А, вижу. Дайте еду пожрать нам. Я хочу жрать. Дайте пожрать нам. А, я не пойду туда, Леся. Я не пойду. А, я боюсь их, я боюсь. Я к этим бомжам не пойду. Ой. Надо что-то придумать. Черт, у меня оружия никакого нету. Надо в школу. Наш учитель с ним разберется, надеюсь. Да. Давай в школу бежать так. Ой. Почему? Дверь открыта. Кто-то ее открыл. Лейси, давай скорее. Я боюсь. О, нет, он забирается. Нет, ты где? Офигеть. А, ты что, Лейси, застряла бы? Да. Так, он там? Не, он ушел. Ну давай, он около двери, он поджидает нас, Лиси. Готовы выбегать? 3, 2, 1, давай быстрей! Беги! Бомжи где-то сзади! О, он за нами! Дальше побежь! О, бежи! Я не помню дорогу быстрей. В школу! Я помню, прямо беги! Потом там направо, просто бежать надо, спасаться от бомжей! Так, надеюсь, Лиси уже добралась. О, Лиси там. О, бомжи! Бомжи здесь уже! Эвакуироваться надо! Лиси, подожди меня! Бомжи рядом! О, они идут. Они, вон они. Вон они! Они скоро придут. Быстрее! Учитель, вы должны нам помочь. Бомжи рядом! Бомжи напали на нас, они хотят жрать! Да! А я чем вам помогу? Ну, давайте с ними поговорю тогда. Сейчас подойдут, поговорю с ними. Ладно, хорошо. Мы вас в школе ждем. Да, мы вас в школе подождем. Давайте, учитель, пошли прятаться. Мистер, вы что, моих учителей будете трогать? Надеюсь, учитель разберется. О, с этими бомжами! Они здесь, Лиси, беги! Беги в класс! Я прячусь. Наш любимый класс. Прятаться здесь надо. Спасаться. Господи, кто ты? Бомж! Мне страшно, бомжи где-то там бегают. Я что-то слышу. Из другого класса издаются страшные звуки. Лиси, ты здесь? Я не иду, она там валяется уже. Нет, надо бежать. Бомжи, отвалите от меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Ох ты ж, они меня... Бежать. Срочно. Учитель, вы чё, его не задержали? Смотрите, он выйдет. Я пытался. Они как-то меня взяли, отогнали. Как ты пытался? О, вот он! Иди поговори с ним, учитель! Иди разговаривай с ним! Ну давай, иди! Вы учитель или кто? Разговаривать вам надо, вы умный! Он меня бьет по спине! Он меня бьет! Учитель, вы справитесь? Нет, все, я бегу! Уже темно! Надо до дома поскорее бежать! Уйди, нечисть! Уйди! Да нет! Нет, я не хочу! Он идет за мной! Стой! Деньги хочу! Деньги! Ты меня обманул! Деньги!